За 30 лет независимости число НПО в стране выросло до 23 тысяч. Это в 14 раз больше, чем было на начальном этапе развития страны. Об этом рассказали на 10-м гражданском форуме. Он проходит в Алматы. Однако количество всегда не переходит в качество, отмечают участники. Реально работающих организаций гораздо меньше, всего 5 тысяч. В пандемийный период особенно активизировали свою деятельность волонтерские движения. В течение последних 2 лет они оказали благотворительную помощь 5 миллионам казахстанцев. Вместе с тем вырос и объем ежегодной господдержки гражданских инициатив до 20 миллиардов тенге. По словам вице-министра информации и общественного развития Булата Тлепова, каждый месяц появляется не меньше 12 новых организаций, которые работают в разных сферах, используя социальный заказ. К примеру, в цивилизованных странах около 70% социальных или других вопросов решает именно НПО. На сегодняшний день в Казахстане от неправительственных организаций поступило более 1500 предложений. Они касаются проблем людей с ограниченными возможностями, групп, нуждающихся в социальной поддержке, защиты детей, а также гендерной политики. Самое главное для нас – это вопросы экологии. Мы видим, что люди начинают объединяться для того, чтобы решить насущные вопросы своего округа, той местности, где они живут, защищают свой родной дом. И это отрадно. Я считаю, что в ближайшем будущем именно экологическое направление получит самую большую поддержку со стороны гражданского общества.